Александр Климов по профессии химик, работал на крупном химическом предприятии. Фотографом стать никогда не планировал, пока не взял с собой в командировку камеру. С тех пор фотография стала увлечением всей жизни. Он фотограф-анималист, специализируется на съемках животных. Редкие кадры ищет по всему миру. Один из самых любимых сделан на Белом море. На фото бельки, детеныши тюленя. Совершенно спокойно относятся. Сначала, значит, когда к ним подходишь, у них естественная реакция. Поскольку черный нос, и как в мультфильме «Закрой нос лапы», он тебя выдает, они прячут нос в снег. И только глазами на тебя смотрят. Потом, когда они привыкают к тебе, они поднимают нос, и это уже после того, как он немного привык. Съемка на Белом море оказалась одной из самых сложных. Белых бельков приходилось снимать на белом снегу во время снегопада. Что такое работа в непростых условиях, знает и другой фотограф – Ирина Хейс. К дикой природе она относится также трепетно. Многие годы живет вдали от цивилизации в американском штате Калифорния, рядом с национальным парком. На выставку Ирина Хейс привезла фотографии птиц. На одном из снимков запечатлела канадских журавлей. Зрелище необыкновенное, потому что журавли летят большими стаями, вот как волны, темные волны накатываются. И здесь же у них происходят бои за прекрасных дам. То есть это как раз период, когда начинается ухаживание. Девиз Ирины Хейс – всегда держать фотокамеру наготове. Удачный кадр может получиться в любую минуту, даже рядом с домом. Это висит кормушка, да, это пролетели колибри. Колибри – они очень воинственные птички. Вот здесь вот изображена война колибри. Видите, какой захват? В Русском музее фотографий представлены работы сразу 4 авторов. В экспозиции более 150 фотографий, которые раскрывают силу, хрупкость и невероятную красоту свободных животных. Через снимки фотографы хотят передать дикую суть природы, которую жители мегаполисов почти не чувствуют. Юлия Серебрякова, Андрей Панов. Столица Нижней.